я польщена. Ряду. Ну, сейчас мы типа все же здесь, сейчас мы это как коллективным разумом скажем, то что ребята поля, типа все, мы типа ворвемся, но типа это. Да, да, да. Накс и ИОС это закроем сами и все. А это со следующего КД типа уже нормально пойдем, типа этим составом и все. Не, ну десятки, ну, ты имеешь в виду, десятки, блядь, надо споткеру написать. Да, да, кстати, его можно тоже заставить, чтобы он блядь, хули он сидит. Он в этом, в WhatsApp'ах. Сиди, вейкапах, блядь, ватсапах, вейкапах сказать ему, типа, ливай нахуй с этой помойки. Они ж там все пачкают, да? Юля тоже, Женя. Да, 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 Юля, Женя, блядь, этот нахуй. Мурлей? Мурлей тоже. И этот, блядь, Элис, блядь. Бля, Элиса не берем нахуй, я его в рот ебал. А чё? Нихуя, он блок? На арене вот это, блядь, тринька есть, СНЖ, блядь, гномский генератор молнии, видел такой? Я с ней бегаю. Они, сука, ебашат, нахуй, молнии, блядь. Да, я и говорю, я тебе говорю, я макро сделал на ракетницу, на эту триньку, я сразу, блядь, 5-6 тысяч сношу, блядь, челобасом. Ладно, это он, человек зашел, разговаривал. Блядь, он слышал. Ты слышал, что я говорил? Да, или да. Повторить? Ладно. Слышал. А? Да, слышал. Слышал? Короче, чё, тогда это... чё там Падим и Рома? Сколько по профам осталось? Мне нужно 50 кулинах клавнуть, и я в ренегаты хуяри. Я типа все сделал, могу перейти сразу. Ну то есть я, блядь, тогда... Ну, завтра, послезавтра, сегодня я пиво ухожу пить. Завтра помакаю, может, это дело. Рейд за пивом. Ну и все, тогда завтра, послезавтра скооперируемся и типа в гильду вступим, и там уже от этого отталкиваться будем, что-то как. А этих, может, еще получится, ну, поткеров подтянем. Бля, у нас тут вагон еще один нарисовался, видели? Какой? Да. Виталя? Да. Ну, похуй Виталя, заебись. Ну, ты видел, что он уже в НАКС пошел? А, да? Ну, это Виталий, одно слово. Ну, кстати, на Виталию можно рассчитывать, блядь. Там только магазин откроет, нахуй, этот ПВЕ контента, блядь. Он там, нахуй, все купит. Шеем чешку волю на приста. Угу, угу. Гильд рейд без анролов. Короче, 25-ки тогда мы не... Ой, 25-ки нам надо с вами будет сходить на этой... собраться. А десятки тогда мы своим составом сходим. А у вас сколько человек уже там на 25-ку набралось, ну, примерно? Человек 10 у нас будет. Точно, наших. О!
кого ты там 10 насчитал? 10 ОС, плюс 3, ШП, МАК, Мишка, Протовар, ФДК, 200, плюс ДИС, Голос. Так, 5. Да нас больше. И да там 5 больше. Человек. Ну я имею в виду стабильник, я не знаю, Миша как-то. Уже Миша? Работает на этом деле. Это Миша, блядь, я хуй пойми. Смотри, можно этого, надо Хау одеть, завтра его заставить, этот, БРЛК взять и завагонить его, чтобы он 200-й этот, насосал с этих. Вы поняли, да, про чё? Ну да. Ладно, что давайте это? Так. Быстрый мини-гайд, да, какой у нас есть. Я, Петя, Рома, Вадим... Саша это 5, Ярик это 6, Ангел это 7, Сок это 8, Миша это 9, плюс-минус, такой, типа, иногда есть, иногда и нету, 9. Ну он вроде в субботу последний день работает, в воскресенье уже он свободен, вечером. Ага, ну вот, это 9, ну грубо, и плюс 4 с этого. Итого 13, да, человек получается, если этих подтянуть, подкера стак. Надо им написать сначала. Да хули там писать. Хули они там вешают еще какая-нибудь хуйня. Может, не захотят просто идти. Блять, я не удивлюсь, если они уже нахуй фул КД. А мы вот 25-ку не вешаем, да? Нет. Не-не, не вешаем. Десятку это можно вешать, будем... правильно? Десятку можно вешать. Не надо, мы соберем сами на плюс 3. А вообще нам, а что-то от плюс 3 что-то какой-то профит будет или нет, если мы закроем? Ну там 10-15 пошло. Надо посмотреть, если кому-то это надо, то закроем на плюс 3. Если нет, то можно просто джеймай так. А просто с днём опыт делиться, да, поставить, всех уведомить. Так это, давай я на завтра поставлю. А завтра ты как будешь отмокать? К вечеру нормально будешь или нет? Да я не знаю, что так-то не планирую, но это как в горло попадет. Ну как в горло попадет. Ну ладно, я спрошу так, а ты долго болеешь? Да, давайте. И сколько ты пива будешь пить? Я не могу загадать, я планирую там, может там пару литров выпить и закончить, а как бы пару литров. Я тоже такое бывает, нахуй, пару литров, а потом я уже на барной стойке там стою, блядь, нахуй, и танцую уже. Тогда на завтра лучше не ставить, да? На послезавтра нас. Что не ставить-то, может? Ладно, давай тогда сообщение дня, чтоб демоны видели вообще. Я поставлю, чтоб это. Танков у нас один. Я бы лучше вообще ТД пошел. Что я же этот супер-мега дэмэдж дилер. Не-не-не, это нет, тебя как УТ спекнуть типа, на некоторых боссах, где ты будешь нужен, и все. А так ты ДДшником будешь, наверное. Ты тут, друид? Да. Войд Фьюри. Короче, у нас есть ДЦ, у нас есть дерево. У нас есть хэпал, но хэпал что-то, блядь, нахуй спит. Так у нас полный крапика, набор слов. А? Хэпал это крапика? Да. Ну он, блядь, мне писал, типа, Гоша говорит, бля, Влад, пиздец, тут охуенно как, только реди на БГ нету, блядь. Ну я не удивлюсь, он так же будет. Я ушел. Ну посмотрите, он человек дней 5 не заходит. Один день его не было только. Блять, у нас... Ой, блять. Тут хил в НХ-спеке, нормально? По прокам будет хилить. Адекватно? По гайду Владика. Блять, ну вот это... В Наксе. Ну, блять, в Наксе я так... Галопом по Европам, плюс-минус, я помню как. На некоторых боссов. Ну, прям идеал, прям все рассказать, что это, то хуй знает. Да чё, блядь, на Noob Club зайдем, короче, там этот гайд почитал. Блядь, ещё и... О, ебать, как ПВО стоит, лол. Мак.
Ладно, давайте так. Сейчас я открою этот приключение. Ай-яй-яй-яй, рейды, да? Накс, поехали. Анубрикан, хуйня, изи убиваем. Великая вдова Фарлина. Рома сказал то, что там надо контролить этих, да? Это все легко, ДПС, да, хуёво. Это легко. Да. Мехна тоже хуй-то, там ничего не надо уметь. Но вот чумной. Там просто надо, чтобы челики понимали, как этими... По очереди таунты сдавать своими, эти, контрольными мужиками. Или кто это там? А, ну, нет. Зубии, по-моему, куклы контролятся. Да-да-да, это... Но чумной тоже хуйня. Хейган — это перебегать и метки поставить. Тут главное за пары — это где метки должны стоять. Ну, Рома запомнил, да? Нихуя не знаю. Ладно, хуй. Лотхип. Там ДПС нужен. Инструктор Разуи — хуйня. Готик. Хуйня, забиваем. 4 всадника. Тоже, блядь, это нормально. Главное, чтобы проходить. Лоскутик. Тоже хуйня забирается. Глобулус. Вот тут тяжело будет. Потому что там, блядь, челики будут нахуй от взрывов умирать. И это. И в лужах дохнуть. А так он не тяжелый. Просто там надо, чтобы водил он. Его ведешь и все. Да. Диспелят, убегают. В смысле, он же очень легкий босс, этот Глобулус. Да, легкий, просто с ядом всяким выбегают с РДД зоны и диспелят, да, в лужу. Да. Ну да. Ну ладно, это хуйня. Глут. Хуй знает, там каких-то... Что-то мы когда ходили в НАК, к ним там... трэш сзади стоит. Все. И еще менять танка надо будет, если ДПСа немного, ну а масс немного, надо будет, возможно, танка менять. Там либо третий, либо этот же танк будет его менять. Потому что там станет... А если таунтами поиграть? Я не помню, сколько он висит. В зависимости от того, сколько висит дебаф. Ну там, как на собаке в ЦЛК, стак — это минус от хило. Там может и убить танка, как бы могут не захилить. Бобом снимается или нет? Возможно, снимается. Это просто надо проверить. Сейчас-то я не знаю, кого 6 лет назад. Ладно. Тадиус. Тадиус, ну там, блядь, нихуя сложно. Нет, просто плюсы и минусы. Да. Сапфирон. Просто глыбы стать и за ними прятаться. Там же все как и Синдра, нет, Сапфирон? Да, почти не, как Синдра. Ну почти. Там отбегать надо от Близзарда и все. Ну, вроде. От дыхания, да. Ну и там, наверное, фрост резист надо танку сделать, потому что, мне кажется, прошибать нормально так будет. Нихуя ты еще фрост резист сделать, это пиздец. Это же расходы. Блять. Килтузат там вроде главное, чтобы ДПСа было, ну, трэш заливать, и все, больше нихуя там не надо уметь. Ну там как бы выбегать с расщелины, с этой, с красной метки. Что там? Там, есть, короче, что-то? Есть такая хуйня. Он, короче, взрывманы. Вот, да, взрывманы. Вот он, короче, юзает какую-то хуйню, примораживает, ну, в глыбу, как маг превращается, вот такую вот хуйню юзает. И он, короче, наносит 104, что ли, процента урона. И нужно, вот те, кто заморозились в эту хуйню, если, типа, вокруг тебя 10 игроков будут стоять очень близко с тобой, то они все заморозятся, и их нужно всех захилить. Вот, то есть нужно, получается, милика в рейндж от танка держать, потому что если, ну, он в танка не кидает, он в миликов кидает. И милики между собой должны рейндж держать на эту хуйню. Блять, что я такого не помню? Я помню, что там трэш по КД резается, трэш бьет, бьешь, потом Келтузат этот активирует, и ты его ваншотаешь. Так, блядь, думаешь, что ему не было. Мы так и ходили, когда у тебя ШМ, блядь, конечно. Ладно, пускай так и будет. Ну и все так и порешали. Да, блядь, с такими темпами можно было и ФК брать. 3 ШМа, блядь, по одному в каждую руку, и один из очка торчит. Ебать ты, Сашка, нахуй демон, блядь, 67 уровень, может, не надо? Я сейчас еще фласку возьму, у меня там 2 бонуса есть. На 70-м. Так ты просто проголосуй, блядь. Тебе 2 бонуса упадут и... За голоса нет фласок. Уверен? Уверен. Приколись, реально нет. На Хейгане был такой момент, на X1 вроде бы. Можно было встать в стену, типа, и босс-манекен становился. Нет, там же как-то с центра, между центром и левой стороной какая-то расщелинка, ты в нее встаешь и просто не двигаешься, и эти, как, взрывы тебя не ваншотят. Да, я про это говорю. Но я хуй знает, они пофиксили ее или нет. Да пофикшена она уже 1000 лет, наверное. Охуя ты, блядь, нахуй. Ну пофикшено. Значит, я буду опять лежать, и вы впятером будете добивать. Мы вчера в 25-ке добили всемером, нахуй, Хейгана. Всемером остались, понимаешь, в чем дело? Молодцы. 4 хила, блядь. И... А, один нет, танк. Четыре хила, один танк,
И 3DD. 4, 3D. Ну, у вас человек 10 было где-то. Но самых адекватных. Ну, похуй. Вы как раз за вот эту... Сколько там между взрывами? Владик, там... было 6 пулов? Было 6 пулов. Владик, блядь, все 6 пулов сразу ложился на нахуй. Блядь, ну я не понимаю, блядь, как там. Я вроде бегу, блядь, хуй дуг я нахуй мертвый. Когда замедлял, так, я рот ебал, блядь. Просто кикаем, не берем и все. Пожалуйста, ребят. А хотя с него хуйня падает, можно и можете кикнуть. А сколько хп у Хейгена? 18 или 16 лямов? 16. По-моему, больше. Я помню, потому что в этот... На... Слушайте, на а вот эти птички, лямах, которые в Аутленде, на полуострове Адского Пламени, с них кожу можно снимать? Может быть. Хотя нет, с птиц нельзя снимать. Кабанчик. Не, вот в выжженных землях можно, поэтому я и спрашиваю. То здесь, блядь, кабанов мало. Че с ДПСом, блин? Его нет? 200, 191. Короче, давай тогда завтра пройдем десятки. Или сегодня, если найдем. Ну, сегодня уже не найдем, там давай на завтра. Найти-то сможем, просто Рома сейчас буквально 20-30 минут и он уходит. Да, и Петя, скорее всего, спадки пойдет. Ну, давайте завтра часиков на 6, наверное, да? Угу. Завтра тогда десятку и от этого оттолкнемся. Да, ну, лучше, скорее всего, это. Блять, рога там, короче. А это... так это. Пойдем меня покачаешь, слышишь? Да, блядь, нахуй. Там квесты тебе надо делать. Не знаю, как отмазаться. Я на арене один на один. Я тут в соло фармлю стаки. Магом. Подождите, а напомните, ну вот Хиби там сферы, да, еще нужно типа брать? Да, 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 да. Там ничего сложного, там только перетаунчивать было, там же нет хила, короче. Там есть 3 секунды только назад. Ну так все... Так, на, посамонить пацанов. Че, герой Нордскола? Ваня Стальгон. Да. Стальгорн сумонится первым ребятам. Понимаю. Своих, получается, сумонишь. Вон там Мирантос пишет, что одна фурика может. 13к ДПС. Да, блядь, я уже взялся, алё. Алё. Чё, это герой Нордскола, да? С этим, конечно, да, фурик. Да. Короче, это самое, я и танчить могу, и подышать, а там только решите потом, что делать. Я отошел. Я думаю, сейчас вот куда Пеппер ушел? Куда он ушел? Че, стримак даст кто-то? В Диси только. Напопало. Так, отлично. Ох, ебать.